Новости НТР в эфире, в студии Яна Чупахина. Здравствуйте. Коррекционных школ не останется и большая танцевальная мышь в Нижнекамске. Об этом выпуске. С 1 января специальных коррекционных школ в России не останется. По закону об образовании к 2016 году исчезнет даже такое понятие. Взамен с 1 сентября 2016 года в России будет введен новый образовательный стандарт инклюзивного образования. То есть дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться вместе с обычными школьниками. Насколько нововведение изменит коррекционное образование в Нижнекамске, смотрите в вечернем выпуске новостей. Все ближе и ближе новогодняя ночь, по этому поводу каждый старается накрыть достойный стол. На Новый год экономить особо не принято. Однако сколько будет стоить изобилие вкусностей в этом году? Походив по магазинам, немножко усреднив цены, мы составили список наиболее популярных новогодних продуктов. Кроме того, узнали, какими подарками и по какой цене можно порадовать своих близких. С 2004 года его творчество можно слышать на волнах радиостанции DFM. А не так давно его можно было видеть в Нижнекамском ночном клубе. За диджейским пультом в этот вечер работал один из самых позитивных радиодиджеев – «Большая танцевальная мышь». Многие нижнекамцы не смогли пропустить выступление известного в своих кругах исполнителя. На протяжении нескольких часов БТМ радовал своих слушателей ремиксами популярных композиций, которые крутятся на радио DFM. Первый матч последней серии уходящего года. Хоккейный «Нефтехимик» готовится к игре. Уже завтра на своем поле нижнекамские спортсмены выйдут на лед домашней арены в стартовой встрече домашней серии против хоккеистов подмосковного «Витязя». На данный момент «Химики» замыкают кубковую восьмерку Восточной конференции. В последних 5 матчах они одержали лишь одну победу. Игроки «Витязя» – одни из аутсайдеров на Западе. В этом сезоне подопечные Крикунова на выезде уже успели скрестить клюшки с подольской командой. Тогда победа досталась хозяевам. Смогут ли «Рокировки» в составе принести победу в этом матче, узнаем завтра, 26 декабря. Матч на «Нефтехим-арене» стартует в 5 вечера. Не пропустите. 0 градусов сейчас в Нижнекамске. Купили машину с долгами. Об этом расскажем в ближайшем выпуске. Звоните и пишите нам по телефону 400770 и на сайте ntrtv.ru. Увидимся.